Привет! Сегодня хочу рассказать и показать, как связать подошву нужного размера для тапочек. Итак, что для этого надо? Ну, соответственно, крючки, нитка, из которой вы будете вязать. У меня нитка, вот остатки ниток, это шерсть. Чтобы тепленькие тапочки получились, вы берете свою ниточку. Ну и, соответственно, под ниточку нужный размер крючка подбираете. Далее, обрисовывайте стопу ноги. Вот, я уже обвела. И меряем от самой высшей точки до точки пяточки. Меряем расстояние. У меня это получилось 24 сантиметра. А также меряем самую широкую часть, вот ширину стопы, вот там, где самая широкая часть, вот у меня в этой точке получается. У меня получилось 9,5 сантиметра. У вас это будут свои, соответственно, размеры. Далее будем начинать связание цепочки. И нам нужно определить длину той самой цепочки, от которой мы будем начинать вязать подошву. Чтобы это посчитать, нам нужны эти два размера. И вот длина минус ширина, это и получается у нас длина цепочки. То есть в моем случае это 24 сантиметра минус 9 сантиметров, получается 4,5 сантиметра. Думаю, что на этом этапе все, в принципе, должно быть понятно. Берем крючок, берем нитку и начинаем вязать цепочку. Делаем первую петлю. Вот так. И вяжем. Когда вяжу, я сразу считаю петельки. Вот сейчас у меня 25 петель. Давайте померяем. Может быть, еще нужно провязать, а может быть, нужно меньше. Время от времени прикладываем к линеечке. Так, еще немножко. Вот у меня в данный момент 13,5 почти сантиметра. То есть еще несколько петель. Так, это 25. 26, 27, 28. Давайте померяем. Ну, то есть прикладываем и меряем. Так, вот начало наше. И вот. Так, на одну петельку меньше, то есть лишнюю. Вот у меня получилось 27 петель. Я себе записываю это количество петель. 27. Петель цепочка, для того, чтобы когда я буду следующую подошву вязать, вторую, ну, чтобы они были абсолютно одинаковые, я не высчитывала, так как пока свяжу, могу забыть количество петель. То есть лучше запишите. Итак, провязали, делим пополам эту цепочку. Можно складывать вот так, наметить себе примерно половинку, ну а проще посчитать петли. То есть 27 пополам, это у нас получится где-то 13, да, плюс 14 петель. Ну, то есть неравное количество, ничего страшного, на одну петлю. Дальше заводим, так, это у нас петля. Начинаем вязать столбиками без накида. Вот в следующую петельку заводим крючок. Начинаем вязать в каждую петлю столбики без накида.
Итак, я сейчас провяжу 13 петель. Так, сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Остальные петли вяжем столбиками с одним накидом. Накид на крючок и вяжем до конца вот цепочки. Довязали вот до края, и теперь в последнюю петлю, вот у нас последняя петля, мы провязываем, вот я нарисовала, чтобы видно было, 7 столбиков с накидом, все в одну петлю. Итак, накид на крючок, и вот в последнюю петлю мы вяжем первый столбик с накидом. В эту же петлю второй столбик с накидом, третий, четвертый, пятый, шестой. Седьмой. Вот полукруг такой получается. И дальше снова вяжем до половины, вяжем столбики с одним накидом, вот, а дальше столбики без накида. И так вяжем каждую петлю. Ниточку, хвостик я прокладываю и обвязываю вязание, вот, чтобы потом не прятать. Итак, вяжем. Довязали до половинки. Дальше продолжаем вязать столбиками без накида. Каждую петлю до конца этого ряда. Довязали, и теперь в последнюю петлю вяжем 4 столбика вот, без накида. Вот в последнюю петлю вяжем первый, второй, третий и четвертый столбик без накида. Заканчиваем вязание вот в первую петлю, которая у нас была, протягиваем через обе петли нитку. Вот у нас получилось такое начало. Следующий ряд поднимаемся на 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и теперь в каждую петлю вяжем столбик с одним накидом. Накид на крючок, и вот в каждую петлю столбик с накидом. Итак, вяжем таким образом
до этого закругления, где у нас вот начиналось 7 столбиков с накидом в одну петлю, вот до этого места вяжем столбики с накидом в каждую петлю. Довязали вот до места закругления, где у нас в одной точке было 7 столбиков с накидом. И вот давайте посмотрим теперь на схему дальше. Вот я дорисовала. В этой точке мы закончили сейчас. И теперь к каждому столбику с накидом, вот 7 столбиков, мы вяжем 2 столбика с накидом вот в каждую петлю. То есть, соответственно, на этом полукруге у нас уже будет не 7 столбиков, а 14, так как в каждый идет вот по 2 столбика с накидом, то есть прибавление. Итак, вяжем. Далее мы снова в каждую петлю столбик с накидом. И где у нас вот было 4 петли столбики без накида, здесь мы тоже будем вязать в каждый из этих 4 столбиков по 2 столбика, только теперь уже с накидом. Теперь мы все время будем вязать все столбики с накидом. Итак, накид на крючок, и вот первая петля, столбик с накидом, снова в эту же петлю столбик с накидом, второй, дальше следующая петля, снова столбик с накидом, в эту же петлю снова столбик с накидом, то есть по 2 столбика с накидом в каждую петлю. И так вяжем. Снова первый столбик с накидом, второй столбик с накидом в эту же петлю, снова первый и второй в эту же петлю, первый, и второй. Первый. И второй. Так, и еще вот у нас один получается. Первый. И второй. Вот у нас закругление. Вот, смотрите, ровненько получается. Дальше вяжем в каждую петлю столбик с накидом до вот этого закругления. Вот в каждую петлю столбик с накидом. Вот смотрите, там где у нас были в начале столбики без накида, потом столбики с накидом, мы теперь все время вяжем только столбики с накидом. У нас было только в первом ряду половинку цепочки мы провязывали столбик с накидом, и следующую половину цепочки столбики без накида. Ну, то есть обратите на это внимание, что потом все время мы вяжем только столбиками с накидом. Так, сейчас мы дойдем. Вот у нас осталось как раз 4 последние петли полукруг. И мы сейчас в каждую из этих петель провязываем по 2 столбика с накидом. Накид на крючок. Первый столбик с накидом. Накид на крючок в эту же петлю. Второй столбик с накидом. Снова накид на крючок в следующую петлю.
первый столбик с накидом, в эту же петлю снова второй столбик с накидом, накид на крючок, в следующую петлю первый столбик с накидом и второй столбик с накидом в эту же петлю. И еще одна петля у нас остается, четвертая, первый столбик с накидом и в эту же петлю второй столбик, с накидом. Вот теперь вот у нас третья петля подъема, вот 1 2 3, вот в третью петлю завожу крючок и соединяем этот ряд. Вот у нас получилось начало нашей будущей подошвы. Следующий ряд, снова поднимаемся на 3 воздушные петли, заменяют столбик с накидом. И точно так же, как в предыдущем, в каждую петлю мы провязываем по одному столбику с накидом. Так мы вяжем снова до вот этого закругления. В каждую петлю столбик с накидом. Провязали до начала закругления, вот где у нас уже начинается вот по 2 столбика. И давайте посмотрим, как вязать дальше. Вот я дорисовала схемку. Вот смотрите, у нас было здесь по 2 столбика вот в каждую петлю, где закругление. Следующий ряд мы вяжем, где закругление. Вот в первую петлю 2 столбика с накидом, в следующую 1, снова 2 столбика в одну петлю, затем 1. И так чередуем вот все закругление, 2 столбика в одну петлю, 1 столбик, 2, 1. Точно так же будет и с этой стороны. Вот 2 столбика в одну петлю, затем следующую 1 столбик, 2, 1. И так продолжаем вязать. Накид на крючок, и вот следующая петля у нас как раз идет первая. Первый столбик с накидом. В эту же петлю вяжем вот второй столбик с накидом. В следующую петлю вяжем один столбик с накидом. Следующую вяжем 2 столбика с накидом, вот первый и второй в эту же петлю. Снова 1 столбик с накидом. Дальше 2 столбика с накидом в одну петлю. Ну, я думаю, вы все поняли уже. Итак, закругление вяжем, чередуем в одну петлю 2 столбика, в одну 1. Вот, провязали и дальше продолжаем вязать столбики с накидом в каждую петлю. Итак, мы вяжем до закругления, до следующего. В каждую петлю по одному столбику с накидом. Итак, провязали. И теперь вывязываем снова закругление. И точно так же вот у нас здесь идет по 2 столбика вот в каждую петлю в предыдущем ряду. Теперь мы в первую петлю вот провязываем 2 столбика с накидом в эту петлю. В следующую
провязываем один столбик с накидом. Снова в следующую петлю 2 столбика с накидом, в эту же петлю 2, так, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую 2 столбика с накидом, в следующую 1. И еще один раз у нас получается вот 2 столбика с накидом в одну петлю и 1. Так. И завершаем этот ряд соединительной петлей в третью петлю подъема, заводим крючок и рабочую нить протягиваем через обе петли. Вот у нас так получилось. Следующий ряд вяжем. Начинаем все точно так же. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик с накидом. И в каждую петлю вяжем столбик с одним накидом. Все точно так же вяжем, как и в предыдущих двух рядах, до закругления. В каждую петлю столбик с накидом 1. И снова провязали до закругления, до начала. И смотрите, вот я дорисовала схемку, чтобы было понятно. Вот до этого места мы провязали сейчас столбики с накидом. И дальше вяжем. Там, где у нас в предыдущем ряду было в одну петлю вот рядом 2 столбика с накидом, здесь мы провязываем каждую петлю по одному столбику с накидом. То есть вот здесь вот первый и второй, да, здесь 1, 1. Дальше, когда у нас шел один столбик с накидом, теперь мы вяжем здесь 2 столбика с накидом. И снова вот где 2 по одному, затем 2 в одну петлю. То есть чередуем 2 столбика, вот 1, 2, в каждую петлю по одному, в следующую 2 столбика в одну петлю. Итак, вяжем закругление, а продолжаем точно так же потом в каждую петлю столбики с накидом. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас шло 2 столбика с накидом, видно, в одну петлю. Теперь мы вяжем 1 столбик с накидом. Дальше в следующую петлю, вот ко второму столбику, вот из этих двух, снова 1 столбик с накидом провязали. Дальше вот видно, у нас шел 1 столбик в одну петлю. Здесь мы теперь вяжем 2 столбика с накидом в эту петлю, вот первый, и в эту же петлю мы вяжем второй столбик с накидом. Дальше снова вот у нас в одну петлю шло 2 столбика с накидом. Итак, к первому вяжем 1 столбик с накидом, дальше снова 1 столбик с накидом, дальше вот в предыдущем ряду шел 1 столбик с накидом. Теперь мы вяжем к нему 2 столбика с накидом, первый, и в эту же петлю вяжем второй. Я думаю, уже все понятно. В следующие вот 2 мы вяжем по одному столбику с накидом, первый, и в следующую петлю тоже 1. Дальше вот шел 1 столбик, значит в него мы вяжем теперь 2 столбика с накидом. Первый, и в эту же петлю второй. Дальше по одному 1, и в следующую петлю снова 1.
снова 2 столбика с накидом в одну петлю и дальше снова по одному. 1 и еще раз 1. И так вяжем до конца этого закругления. 2 в одну петлю, затем по одному. 1 и 1. Снова 2 в одну петлю и снова 1 и 1. Так, закончили вязать закругление. Вот видно, последний у нас было 2 столбика вот в одну петлю, а дальше уже пошли в каждую петлю. И мы продолжаем теперь до этого закругления вязать в каждую петлю по одному столбику с накидом. Итак, провязали и снова вяжем закругление точно так же. Вот у нас было 2 столбика в одну петлю, поэтому сейчас мы вяжем по одному столбику в каждую петлю. Вот один столбик, в следующую петлю 1 столбик с накидом, а в следующую вот у нас шел столбик с накидом 1, поэтому сейчас мы вяжем в эту петлю 2 столбика с накидом. Первый, второй здесь же. Дальше 1 столбик с накидом, вот 2 в одну петлю видно шло, и к каждому провязываем по одному столбику с накидом, и в следующую 1 столбик с накидом. Следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. Первый, второй в эту же петлю. И так вяжем точно так же, как и вязали. Так, первый, второй, теперь по одному. Вяжем это закругление. Последний 2. Завершаем ряд точно так же. 1, 2, 3. Третья петля подъема. Заводим крючок и через обе петли протягиваем ниточку. Так, вот что у нас получилось. Давайте возьмем линеечку и померяем. Получается 22 где-то с половинкой сантиметра, а мне надо 24, и ширина у меня здесь получается 8 с половиной, то есть еще сантиметр надо. 22 с половиной, здесь 1,5, то есть смотрим дальше. Смотрите, вот один ряд у меня получается, вот столбик с накидом, не знаю, видно или нет, немножко больше, чем сантиметры, где-то 1,3 получается, вот
поэтому сейчас следующий ряд, если я провяжу столбики с накидом, то будет сильно и большая, и широкая подошва, поэтому я провяжу этот ряд столбиками без накида, как раз будет самое то. То есть тут вы уже смотрите по своей ноге, как у вас получается. Итак, поднимаемся на одну воздушную петлю и дальше вот в каждую петлю провязываю столбики без накида. Итак, продолжаем вязать этот ряд столбиками без накидов в каждую петлю. И какой момент в этом ряду, я уже даже на закруглениях добавлять ничего не буду. Просто вяжем в каждую петлю столбиками без накида. Ну вот, смотрите, мы дошли вот до закругления, там, где у нас шли прибавочки. Здесь я ничего не прибавляю. Единственный какой момент, снова-таки, прибавлять мы тут не будем. Но и петли здесь сильно вот по кругу не затягивайте, делайте свободными. То есть не стягивайте вязание. Вот так. Итак, вяжем до конца этого ряда. Обвязали весь ряд и заканчиваем вязание точно так же. Вот первая петля подъема была. Заводим крючок, через обе петли протягиваем ниточку. Еще раз ниточку протяну. И можно на этом нитку отрезать. Вот такая подошва у нас получается. Давайте померяем. Итак, ну вот у нас получилось 23,5 сантиметра. Ничего абсолютно страшного, то есть еще ряд мне не нужен, то будет много. А в вязаной обуви, что хочу сказать, лучше пускай будет на пол сантиметра, даже меньше. То есть оно будет по ножке сидеть, так как вязаная обувь имеет свойство тянуться. Ну а здесь у нас получается четко 9,5 сантиметра. Так что для моей ноги достаточно. Так, подошва готова. Думаю, здесь все понятно. Но хочу еще ваше внимание... На чем заострить? У меня нога, в принципе, не широкая, да, то получается, достаточно получилось. И последний ряд я провязала столбиками без накида. А если другая ножка, возможно, вам понадобится вязать еще один ряд как раз столбиками с накидом, то из-за высоты именно столбика здесь вы продолжаете делать прибавочки на полукруге. И смотрите теперь, как получается. Точно так же, там, где у нас шли, то есть вот к первому, смотрите, вот первую у нас. Теперь мы к первому столбику вяжем 2 столбика с накидом, а затем вяжем следующую петлю 1 столбик с накидом, 1 столбик с накидом, 1 столбик. Снова вот к этой петле мы провязываем 2 столбика с накидом и затем в
3 следующие петли по одному. То есть теперь получается в одну петлю 2 столбика, затем идет 3 петли по одному столбику, снова 2 столбика в одну петлю и снова в 3 петли. То есть чередуем. То у нас было через одну, потом было через 2, то есть 2 столбика в каждую петлю, затем в одну, 2 вместе. Ну, то есть все время добавляется количество. Я думаю, что понятно. Надеюсь, вам все понятно. Вяжите подошву, подготавливайте, и в следующем видеоуроке мы с вами продолжим вязать тапочки, и основа у нас подошва уже есть. Если где-то непонятно, обязательно задавайте вопросы, всегда стараюсь помочь, объяснить так, чтобы у вас все обязательно получилось. Всем спасибо, пока-пока! Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале.